Сегодня в КМПО состоялась торжественная церемония завершения строительства газотурбинной установки. В мероприятии приняли участие вице-премьер России Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Миниханов. Новая установка будет обеспечивать электрической и тепловой энергией само предприятие. Артиллерийские пушки вернулись на свое историческое место. В Октябрьском городке на постаменту теперь уже бывшее проходное училище сегодня водрузили символы военного заведения. 23 февраля здесь состоится торжественный митинг с участием ветеранов, военнослужащих и неравнодушных к истории города людей. Разные конфессии и профессии – одна игра. В Казани взял старт турнир по хоккею с шайбой на Кубок дружбы «Дуслык». На льду 6 команд. В их составе прихожане православных и мусульманских храмов, настоятели, имамы, военнослужащие и судьи. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.